И наш выпуск начинаем с новости о будущей Красноярской подземке. Сегодня стало известно, что госэкспертиза одобрила проект подготовки к строительству одной из центральных станций метро, площадь Революции. Это означает, что вскоре перед зданием краевого правительства будет очень оживленный, возможно, проблемно с трафиком. Строители на первом этапе должны будут вынести с территории площади сотни метров сетей водоснабжения и канализации, электрокабели, больше 10 километров сетей связи. После этого по Маркса перестанут ходить троллейбусы. Около 400 метров сетей для них подрядчик также демонтирует. Но не навсегда, после благоустройства их вернут на место. Станцию строители обещают сдать через 3 года. Напомню, подготовительный этап уже начался на улицах Шахтеров и Молокова.